Всем привет, дорогие друзья! Хотела вам рассказать про день самоуправления, который проходил в городе Прохладном 20 апреля в городском дворце культуры. Было мероприятие, посвященное дню самоуправления. Ну, все бы ничего, да, концерт, награждение деток в различных конкурсах, но наши депутаты не забыли себя любимых и всех себя наградили. Наградили, выдали там какие-то премии, кому-то выдавались. Вот меня волнует один вопрос, вот за что? Вот за что выдались премии, за что они себя наградили? А неужели они заслужили? Неужели вот они так хорошо управляют нашим городом, что они заработали грамоты, премии, там, не знаю уж, кому эти премии выдавались, сотрудникам администрации или депутатам. Но очень удивительно для меня это, особенно после нынешнего 9 мая, который проходил в таком ужасе, как мы увидели, да, даже в Алтуде, Приближной, в Екатериноградской, во всем районе были митинги, посвященные Дню Победы. А у нас ничего не было в городе. Но зато они себя наградили. Вот так.